Ребят, наша лохматая душа начинается вот отсюда. Это малыши из тюрбунов, которых мы смогли спасти после энтерита. Весь двор у меня в щенках. Здесь малыши. Здесь временный кошатник. Временный кошатник. Потому что в другом у нас появилась инфекция, и нам пришлось сейчас ее полностью обрабатывать. Поэтому кошек временно переселили сюда. И пока делаем им уколы, даем таблеточки. Все, здесь у нас кошечки временно. Так, здесь у нас другой. Это у меня двор. Здесь другие малыши. Здесь гризли. Мальчик мой, красавчик мамин. Эй, козлята, ну-ка выходим сюда. Идите сюда. Мамины. Здесь тоже, ребята, малыши из тюрбунов. Их тоже откололи. Сделали укольчики, все нормально. Я хочу показать вам, почему я прошу у вас помощи. Гризли, гризли, пропусти меня. Иди, мальчик мой, подвинься. Продвинься. Так, выходим. Так, чтобы никто не вышел. Все, гризли у нас ходит там. Здесь у нас во дворе. Вот там кошатник. Вот здесь кошатник. Тихо, ребята, тише. Да, мои хорошие, да. Здесь у нас все хорошо. Место есть, там они под навесом. Там у них все тепло, хорошо. Там сделано место для них. А по попе дам? Все. Здесь во дворе те, кто выздоравливает. Да, малышка, пусти меня. Те, кто выздоравливают, спят на веранде. Здесь у нас тоже малыши. Я хочу показать вам лохматую душу. Нас забанили на 30 дней, и мы на грани голода. Посмотрите на нас, пожалуйста. Я не просто так прошу. Я в отчаянии, в жутком отчаянии, потому что нам нечего есть. Нам нечего есть. Я понимаю, что для того, чтобы вы нам помогли, нас надо показать. Ребята, друзья, люди, я вас прошу, посмотрите на нас. Посмотрите. Тихо, ребята, тише, мои золотые. Да, да, да. Это дети, они уже все привитые. Мы их потихонечку пристраиваем. Нереально, конечно, пристроить всех сразу, но... А здесь самые малюсенькие. А вон там, где у нас кошки... Тихо, детка, опусти меня. Дай мама пройдет. Тихо, 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 тихо. Я вам хочу просто показать все досконально. Вот это новые малыши, их только привезли. Вот, им только-только сделали прививку. Это кошачий дувальер. Мы кошек убрали. Вот, я хочу показать вам. А здесь у нас все. Здесь у нас все кварцуется. Поэтому кошки сейчас на улице. Здесь малыши. Здесь другие малыши. На улице все обработано, все сделано чисто. Будочку им поставили временно. Кошки здесь не будут у нас месяц минимум. Пока все-все-все проветрится. Малышам кошачья инфекция не страшна. Поэтому детки здесь спокойно ходят. Да, и эти детки мои тоже ходят. Все-все-все хорошие мои. Все-все-все, малявки, дайте мама выйдет. Дайте мама выйдет. Так. Дальше у нас идут вот такие вольеры. Здесь у нас уже более-менее здоровые. Здесь большие. Здесь наливаем водичку. Здесь во дворе те, кто выздоравливает, как я уже сказала. Ребята, видео делают ближе к вечеру, поэтому вольеры могут быть немножко уже грязными. Вот малыш, которого мы из ямы достали, мальчишка наш, старичок лежит. Да, ты мой красивый. Зайка, Джамба, Джамбик мой, Джамбик. Красивый ребенок. Да, ты мое солнышко. Джамбик черный, огромный. Он никого не обижает, он старичок, он просто доживает. Тихо, малышка. Здесь наши дети. Здесь мои все хорошие. Ребята, это спаниелька, старичок. Совсем старенький тоже. Тихо, ребята, тише. Тихо, мои хорошие. Тише. Ну-ну-ну-ну. Тихо, мои зайки. Тихо, мои солнышки. Тихо. Здесь вольер у нас вот такой. Тихо. Так, здесь показали. Тихо, мои хорошие. Я пойду сейчас по вольерам. Заходить я никуда не буду, я просто вам покажу, что у нас происходит и почему я прошу вашей помощи. Понимаете, щенят бросают и бросают. Здесь мама с детками. А, у нее еще трое деток.
так они внутри, наверное, их не видно. Мама воина сидит. Все. Да, да, мои солнышки. Тихо, деточка моя. Тихо, мое солнышко. Ребята, я в жутком отчаянии. Я прошу помощи, потому что мне, ну, нечем мне их кормить. Нам... У нас корма нет. Я не просто так прошу вас о помощи. Я хочу показать вам. Пожалуйста. Пожалуйста. Это и есть лохматая душа. И мы в чудовищном положении сейчас. Нас забанили, перекрыли нам всю помощь. Я не знаю, что за люди, чудовища, это делают. Но нам надо выжить. И я прошу вас, помогите нам. Посмотрите, они же... Мы их спасаем 14 лет. 14 лет. Очень многих уже спасли, многих вылечили. Поломанных, искалеченных, разных. Но нам нужна помощь. У нас никогда не было так тяжело, как в этот раз. Я не знаю, кто это делает и почему идет такая массированная атака на приют. Но нас уничтожают тут. Просто уничтожают. Я просто не могу больше. Я прошу вас, люди. Я прошу вас, помогите. Почему помощь всегда приходит тогда, когда поздно? Кира, у меня инвалидов много. Вот Кира, трехлапочка. Да, красавчики мои. Мамины дети. Пожалуйста, помогите нам. Тихо, ребята. Да, мой золотой, да. Все, мои солнышки. Нас 400, может быть, уже чуть больше, потому что подбросили 2 помета малышей. Малышей сейчас новорожденных, слепых. 13. И их приходится кормить каждые 3 часа. Вы меня простите за истерику, но я устала, и мне так страшно, потому что мне надо их кормить, а я не знаю чем. Мамина. Я не знаю, что делать. Я прошу помощи. Я у всех вас прошу помощи, пожалуйста. Тихо, мои золотые, тихо. Мамины, мамины. Мои золотые дети. Мои солнышки, да-да-да. Маленькие. Римла, Римла, моя зайка. Попрыгушка моя слепая. Ты красавица, девочка. Да, Джетти. У Джетти была сломана, так она вся переломанная была. У нее спицы торчали по всему телу. А теперь она ходит. Борзик, мальчик мой. Трехлапик. Васик! Васик! А вон Васик у нас. Тоже манявочка маленькая, тоже трехлапик. У меня много инвалидов трехлапиков. Ну как им выжить и где? Кто их возьмет? Никто. Я очень хочу помочь. Ну хочу что-то хорошее сделать. У меня не получается. Ребята, я прошу вас о помощи, пожалуйста. Посмотрите на нас. Вот для них я прошу помощи. Ребята, это мой приют домашний. Вон там дом. Это и есть лохматая душа. О нас пишут и говорят много гадостей. Но я хочу, чтобы вы посмотрели сами.
Мамины, 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 мои хорошие. Я не знаю. Вот мама, вот детки. Мои. Вот, пожалуйста, наш Джамбик, который его гноем все текло, разрезанный весь был. Вот он, красавчик мамин, да? Джамбик. Я прошу вас, пожалуйста. Прошу вас, пожалуйста. Я хочу показать вам весь, вот все, где мы есть. Да, солнышко, да. Вот здесь тоже малыши, тоже маленькие. А вон там мама лежит. Вон там лежит мама. Нас везде много, нас очень много. Нас 400, да, и места нам мало. И я прошу помощи, чтобы приют построить. Хороший, нормальный, за городом приют. Но почему всем все равно? Мы же все за них отвечаем, все. Они же не виноваты, что родились бездомными. Это же мы их такими сделали. Да, солнышко, да, мой маленький, да. Маленький мой, хороший. Зайчик мой, ты моя красавичка, да. Мои маленькие, мои красивые солнышки, мамины, мамины, мамины. Ой. Есть у нас старички. Да, 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 мои маленькие, да. Да, мои хорошие. Вот деточки у нас тоже. Детей у нас очень много, очень. Иди сюда, детка, выходи. Выходи, зайчик. Там еще двое в будке. Малышам то, что ты мое солнышко, Лала моя. И ты мой красавчик. Мамины деточки мои хорошие. Мои, мои маленькие. Жарик. Был скелет. Да, а теперь красивый такой мальчик у нас. Гномик. Маленькие мои. Лабрик, лабрик, красивый лабрик. Бара, бара моя искалеченная, теперь красавица такая. Аватарик. Мои хорошие дети. Паучен, паучок ты мой. Хороший мой. Таня, воды! Воду опрокинули. Давай сюда шланг. Вот сюда шланг, ладно? Сейчас я досниму, немножко осталось. Вот мы и пришли к дому. Да, моя девочка, что ж ты творишь? Да, я пройду. Не дает пройти мне. Тихо, мои золотые. Здесь инвалиды тоже. Тоже инвалиды, очень много. А здесь мы начали делать вольер. Но у нас нет денег даже доски докупить, чтобы закончить. И будет еще один вольерчик для малышей. Да, для тех, которые подрастут. Да, мои хорошие, да. Сейчас, мои солнышки. Нет, в дом мы не пойдем. Хотя там тоже много их. Мы пойдем назад. Отойди, детка. Отойди, солнышко. По попе дам, ладно? Отойдите, ребята. Дайте, мама выйдет. Ну-ка, быстренько. Бегом. Вот мы вышли опять к тому вольеру, где мы по кругу прошли. И вот мы возвращаемся опять во двор. Тихо, ребята, тихо. Вы знаете, мне никогда не было так плохо, как в этот раз. Приют существует 14 лет, и 14 лет я справлялась. Но никогда не было так, чтобы нас перекрыли со всех сторон и обрезали нам помощь. Нас очень много. И я прошу вас, помогите, пожалуйста. Лала, дети. Что ты, моя Айрик?
Айрочка. Мои девочки, мои хорошие. Я прошу помощи, люди. Пожалуйста. У нас корм осталось на 2 дня. Вы знаете, как страшно, когда ты отвечаешь вот за них и не знаешь. Ну не знаешь. Вот, не знаешь, что делать. Я писала, просила, но в ответ тишина. Отзываются единицы людей. Присылают 100-200 рублей. Там кто-то прислал 1000, кто-то 5. Но очень мало, потому что нас очень много. Нас слишком много. Пожалуйста, помогите нам. Это домашний приют. Лохматая душа. И я прошу, заклинаю вас о помощи.